В Улан-Удэ прошел профилактический рейд, нацеленный предотвратить ряд ДТП. За последние 6 месяцев количество происшествий увеличилось в 2 раза. Одна из основных причин – это сознательное нарушение ПДД водителями, таких как превышение скоростного режима, неправильное расположение транспортных средств на проезжей части. И также это одно из сопутствующих нарушений – это управление транспортным средством в состоянии опьянения. Летом большое количество людей отправляются в места отдыха, но еще не доехав, некоторые автомобилисты умышленно совершают правонарушения, что нередко заканчивается несчастными случаями, а иногда и смертью. Дело в том, что в этом году по итогам 6 месяцев у нас именно на федеральных дорогах региона выросла аварийность. В результате 74 ДТП 16 человек погибли. Специально на выезде из города сотрудники останавливали автомобили и начинали беседу. Основная цель – это профилактика с водителями, чтобы те всегда были бдительны на дорогах. Мы хотели вам напомнить, ну, у нас в этом году есть небольшая проблема, это увеличилось число ДТП именно на федеральной дороге. Вот вы сейчас куда направляете, домой или на отдых? На Байкал едете, как раз отдыхать. Вот. И, к сожалению, люди, кто едет на отдых, зачастую забывают о правилах дорожного движения. Также помимо профилактической беседы водителям раздавали памятные листовки, в которых объясняли, чем опасно употребление и как влияет алкоголь на организм человека за рулем. Было ли полезно данное мероприятие? Да, конечно. А чем оно вам полезно? Ну, информатирует людей о том, что нужно быть внимательным в любых ситуациях. Госавтоинспекция призывает жителей и гостей Бурятии не садиться за руль в нетрезвом состоянии. За пьяное вождение предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. А при повторном нарушении виновника ждет уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы. Базыр Юшеев, Татьяна Усольцева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.